Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что он хочет сказать тебе, чего ждать от него. А действительно, смотрите, как вылетает карта. Мужчина говорит о том, что я думаю о тебе, особенно когда находится он на природе, у воды, у водоема. Что же хочешь сказать? Он не просто хочет сказать, он хочет встречи, он хочет приехать, примчаться к вам. Что еще хочешь сказать? Он говорит, что я преодолею любые преграды, возможно, между вами страны, города, расстояние, либо же расставание. Чего ждать от тебя? Девчонки, перестаньте разочаровываться, перестаньте притягивать негатив в свою жизнь, потому что многие здесь вообще не верят, что с этим мужчиной возможно отношения как-то, либо же возобновить как-то все, знаете, вот все, что было, то прошло, все ушло. Вот не нужно, вот понимаете, как я же вижу, эта информация идет, не нужно будто бы надумывать себе негативные аспекты. Контролируйте свои мысли, и мужчина придет. Придет в вашу жизнь, придет в вашу реальность. Чего от тебя ждать? Знаете как, здесь почему-то идет время вечернее, либо же раннее утро здесь будет появление мужчины, да, в вашей жизни. Чего от тебя еще ожидать? Мужчина хочет наладить с вами отношения. Мужчина действительно, не знаю, возможно, он какую-то клубничечку такую пришлет, сердечечко, что-то красненькое от него будет, да? Губки, сердечко, возможно, назовет вас как-то нежненько, какой-то ягодкой. После паузы в ваших отношениях, чего от тебя уже? Трансформация. Да, через трансформацию, да, вы проходите, и здесь мужчина должен изменить себя, свое мировоззрение, и что? Ну, здесь взгляд его поменяется о том, что не материальная сторона важна, да, а важна душа. Душа. Куда душа ведет? Потому как, сколько бы у тебя денег не было, да, это не приносит тебе никакого счастья, удовольствия. А что приносит счастье? А счастье приносит то состояние, с кем ты чувствуешь себя самим собой, с кем ты видишь отражение своей души, кого ты чувствуешь, ощущаешь без слов. И это кто? Это та, о которой вы думаете. Видите, как мы начинали с этой карты и заканчиваем с ней. Ну что же, принимайте, ставьте лайк, пишите «принимаю». Благодарю и подписывайтесь на мой канал. Пока.